Всем мерхаба. Чтоб турецкий означает здравствуйте. Я уж не знаю, что там у ребят с помидорами, но с ламинированными напольными покрытиями у них все четко и классно. Речь пойдет о фирме АГТ. Это настоящий монстр, лидер производства. И сейчас я расскажу почему. И Турция делает ламинат. Да, вы привыкли к Германии, вы привыкли к Бельгии, но этому турецкому производителю можно доверять, ведь его история насчитывает чем более 35 лет. Фирма была основана в Анталии в 1984 году. В 1996 году они организовали первый производственный комплекс профилей, а в 2000 году они стали поставлять продукцию на экспорт уже в трех странах мира. В 2004 году стали изготавливать панели. В 2007 открыли свое производство дверей, а уже с 2008 года активная торговля шла в 40 странах мира. А дальше самое интересное. В 2014 году открыли свое производство МДФ. С 2015 года стали производить уже ламинат. А в 2018 году мировая экспансия. В любых странах мира был продукт компании AGT. В России компания стала известна благодаря своим качественным и надежным плинтусам, а ламинат появился гораздо позже. Про то, ради чего мы все собрались. Про ламинат. Надо начать с того, что компания АГТ производит свой ламинат по немецким технологиям, а это то есть по стандартам Евросоюза. Поэтому имеет знак голубого ангела. Это подтверждает, что ламинат безопасен, гипоаллергенен и полностью экологичен. Напоминаю, компания АГТ имеет свое производство МДФ и HDF плит. Это позволяет сделать их ламинат максимально плотным. А как мы знаем, плотность это равно влагостойкость. Но это еще не все. Они дополнительно обрабатывают замки специальным восковым составом, что позволяет собрать ламинат быстро и качественно. И дополнительно усилить и защитить шов от любой влажности. В свою очередь про замок можно сказать, что он идет на системе UniClick. Да, это как у топовых бельгийцев, типа Перга. Это позволяет плотно, надежно, мощно собрать замок, без каких-либо проблем. Ламинат представлен в трех коллекциях – 8, 10 и 12 мм, в 32 и в 33 классе. На 32 класс дается 15 лет гарантии, на 33 – 20. Помимо того, что ламинат гипоаллергенный, он не выгорает на солнце, его можно укладывать во влажные помещения, и он подходит на любые системы обогрева полов, но температура должна быть не выше 26 градусов. По внешнему виду ламината ГТ не уступает своим ближайшим собратьям, ну, из Германии или из Бельгии. Внешний вид доски абсолютно полностью уникален, повторение минимальное, текстура идет по рисунку. Любой сучочек или родовое кольцо можно пощупать ручкой, но также есть некоторые уникальные декоры, которые могут освежить и внести изюминку в любой современный интерьер и также в любой классический. Все декоры подобраны со вкусом, также удивит формат. Одни и те же цвета могут быть как в узкой доске, так и в широкой, что позволит подобрать его практически в любое помещение, как маленькое, так и большое. В общем, в целом рекомендую, выглядит он действительно круто. Вы сможете подобрать тот формат, тот цвет, который нужен именно вам. В общем, и в целом хочу сказать, что Турция – это не только курорт, но также и качественные, хорошие строительные материалы. Поэтому, когда вы услышите про турецкий ламинат, знайте, эталон – это компания АГТ. Он даст фору многим современным европейским производителям. Ну, прощаться по-турецки я уже точно не буду. Поэтому до новых встреч. Опять же, призываю посетить наши салоны, удивиться нашими ценами и сервисом. В общем, ждем вас в гости. Всем спасибо. Пока.